Сегодня у меня эксперимент продолжается. Может, это кто-то уже делал. Остатки вчерашнего фарша от пельменей. Добавила я нарезанную мелко печенку, лук, ложку крахмала, ложку муки, ложку майонеза, чуть-чуть лука. Снимается хорошо. Думаю, будет нормально. Пока остальные жарятся, снимем пробу, пока остальные жарятся. Мне этот вариант больше нравится, чем просто отдельно из печенки такие растрепки. Буквально горсточка, там грамм 150 фарша. Совсем другой вкус и другой вид. Идеально. Они лучше форму держат, чем чисто из печенки. Пробуйте. Если так вот осталось все. Разные компоненты, все можно смешать. Котлеты можно сделать из чего хочешь. Кошачье любимое занятие. Поплямкать. Губки погреть. Ой, как Начи целый день не ел. На улице ливень. С крыльца не может сойти. Боится. Вкусно. Вкусно, да? Ромашка. Прям-прям-прям. Шо, Рональд? Гулять не просится даже сегодня. И так пробежал, живот опять черный. Ай-яй-яй. Наелся. Рывайте. Сейчас высохнешь, потом пойдешь спать. В сено. Рывайте. Не пущу я его в коридор. Нет. Вот такой сегодня безобразный денек. Выйти невозможно. Снег с дождем. Даже птиц нету. Я предлагал куриву подъезжать. Не надо кури выпускать. Они сегодня не несутся. Куры даже забастовку устроили. Такое безобразие. Конца края не видно этим тучам. Такая обстановочка сегодня. Снимать на улице нечего. И некого. Все попрятались, все спят. Будем и мы смотреть фильмы, сериалы. Зато тихо. Тихо и спокойно. Вроде бы. Пока. Пока. А ночью два раза что-то гэхнуло. Хорошо, в 2 часа ночи. Я аж подпрыгнула на кровати. Ничего нигде не писали. Не успели испугаться даже, да? Только проговорили. И сирена завыла. Пускай будет тихо, спокойно. Такую погоду надо есть кашу. Густую кашу. Шкварки надо есть. Шкварки хрустят и успокаивают. А каша пухло шепчет доброй няней. Не бойся, успокойся, я полезная. Деды и прадеды ели, на печи лежали. Там тепло, добро. Все было и все пройдет. Все хорошее останется. Не бойся, не волнуйся. При добывании шкварок в человеке радуется все. Обоняние, зрение, интуиция, слух. Брусочки сала выгибаются. Смотришь на сало и понимаешь секрет соблазнения. Смотришь и думаешь, ты единственная в мире. Оно отвечает тебе, ага, есть только мы с тобой.
Недавно встретила я такую оду каши со шкварками. Решила немножко пересказать вам похулиган. Полностью я скрин выложу. Здесь. Почитайте. Этот опус меня вдохновил на приготовление сегодняшней каши из гороха со шкварками. А шкварки у меня здесь из копченых щечек и просто сало из морозилки. Вот. Так что такая погода нас не испугает. Люди закаленные. Мы едим кашу со шкварками. И лучку сладенького. Да побольше. Хрустящие шкварочки. Наши супер котлетки. Конечно же, лучок. Вуаля. Можно потерять сознание. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием. Приятного всем аппетита, тихого, уютного ужина.